Лето – это сезон открытой обуви, однако далеко не все жители большого города могут позволить себе ее носить из-за некрасивой косточки на большом пальце стопы. Сегодня я приехала в магазин обуви, чтобы узнать, откуда эта косточка вообще появляется, какая обувь может спровоцировать ее возникновение, как отличить от подагры или артрита и как избежать деформации стопы, если косточка у вас все-таки появилась. На все эти вопросы мне ответит эксперт. Макинян Левон Гагикович, врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук. Левон Гагикович, здравствуйте. Добрый день. Что такое халюксвальгус? Какое-то заклинание, честное слово. Но говорят, болезнь. Это в простонародье так называемые шишки на ногах, обусловленные отклонением первой плюсневой кости и пальцем по отношению к нему. То есть, если мы посмотрим на нормальную стопу, да, это нормальная анатомия, первый пальчик, первая плюсневая кость, все относительно друг друга находится в прямом направлении. Если мы возьмем халюкс вальгус, то это уже другая ситуация, когда кость отклонилась, палец ушел наружу, и тем самым мы видим шишку. Да, вот эта вот шишка, это не просто нарост, это вершина деформации. А почему он вообще возникает? Но пусковой механизм – это, как правило, генетическая предрасположенность, это эластичность связочного компонента, которая приводит к тому, что кости смещаются относительно их нормальных осей. Ввиду того, что мы еще также пользуемся ногами, ходим, используем обувь, как правило, закрытую, потому что у нас климат такой, постепенно деформация прогрессирует. Но на фоне предрасположенность. Потому что есть множество людей, которые носят разнотипную обувь, и у них ничего не происходит. Угу. А есть лица, которые не носили обувь на каблуках, а у них с детства эта деформация. А обувь на каблуках влияет? Да, она является катализатором, она не является причиной, не является пусковым механизмом, а является усугубляющим механизмом. Поэтому обувь надо правильно подбирать как по размеру, так и по объему. Вы знаете, я читала, что вот узкие туфли, вот что-то вроде вот этих очень красивых, что именно они, из-за того, что они вот такие узенькие, они, собственно, палец, да, и сдвигают туда. Совершенно верно, они усугубляют процесс, и опять-таки надо правильно подбирать обувь. У нас как носят обувь дамы? Ну, если залезла, уже хорошо. Даже если она 36-я, а у нее 37-й размер. Нога поместилась уже достаточно, уже комфортно. Потому что последняя пара, я ее хотел, я ее не мечтала. Поэтому так неправильно подбирать обувь. Так и происходит. Да, необходимо правильно ее подбирать. А учтите это является ключевым моментом к тому, что деформация не будет так быстро прогрессировать, если соблюдать эти основы. Обувь должна быть таковой, чтобы она облегала стопу, но не сдавливала ее. Поэтому если обувь свободная, но при этом размер правильно подобран, ну, надо сделать следующее. Можно дополнительно сделать, к примеру, индивидуальные стельки, да? Для чего? Чтобы стопа правильно находилась в обуви, и тем самым деформация не прогрессировала. Потому что стелька является опорой для стопы. Вот если мы посмотрим, стелька будет поддерживать стопу, забирать некий объем в обуви, и тем самым обувь будет плотнее сидеть на ноге. Поэтому, если мы возьмем даже ту же стельку, если видите, если неправильно подобрана ширина обуви, тем самым пальцы будут сдавливаться. Да, он будет выходить. Хорошо, а вот это тогда что? А это полая стопа, это уже другая степень проблемы. То есть это более выраженная сводчатая стопа. Сложнее подобрать обувь. Потому что закрытый край обуви будет создавливать. Мне кажется, идеально вот в эти туфли. Не поместится. Скажите, если вот уже у вашего пациента есть вот такая шишка, но он умудряется всеми силами, вот впихивает ногу в обувь, чем это может быть для него опасно? Как мы видим на картинке, это не просто красным выделено, да, вот эта область. Это говорит о том, что там есть воспаление. А воспаление как раз-таки приводит обувь. Натирает, сдавливает и прогрессирует воспаление. Почему начинает болеть сустав? Потому что он под напряжением. Если сустав там под напряжением, может ли вот это напряжение подниматься выше, там травмировать колено, тазобедренный сустав? И в конце концов человек вообще будет вот такой из-за того, что у него косточка на ноге. У вас когда-нибудь болела нога? Надеюсь, не болела. Конечно, я же спортсмен. Молодец. Так вы же помните, да, когда нога болит, мы ее пытаемся в какое-то положение поставить, вынужденное, чтобы стало легче ходить. Так вот, часто бывает, когда болит первый палец, люди ставят ногу на бок и начинают ходить на боку, и тем самым приходится, нарушается осевая нагрузка на нижнюю конечность, тем самым болит и голеностопный сустав со временем, коленный сустав, тазобедренный, поясница может болеть, потому что неправильное позиционирование нижней конечности. Опять-таки артрит, артроз, чем же отличается? Артрит – это воспалительный процесс, который сопровождается, да, при, скажем, воспалении сустава.
Поэтому артрит – это как есть воспаление сустава. Поэтому не всегда, скажем, артрит является окончательным диагнозом. Артрит может привести в дальнейшем к артрозу, если своевременно его не пролечить. Поэтому подагрический артрит приводит к артрозу плечнефалангового сустава, потому что плечевой покров нарушается. То есть вот эти кристаллы мочевой кислоты, как наждак, стесывают хрящ и тем самым в дальнейшем прогрессирует артроз. Если вот мы находимся на ранней стадии, да, вот тут уже у нас какая-то сильная, вот чуть-чуть прям это... косточка торчит, да. А можно ли ее как-то дома самостоятельно, ну не то чтобы вправить, но вернуть на место, скажем так? Скажу следующее, заниматься самолечением, извините, себе дороже. Нету такой методики, которая в домашних условиях помогла бы пациенту. Если сильная деформация, и речь идет о том, что избавиться от деформации, да, это только хирургия. А что делается? Там срезается вот эта кость, которую вы показываете? Да, бытует мнение, что там просто спиливается косточка. На самом деле это не так. Кость ломается, смещается, фиксируется в правильном положении, выправляется первый палец, при необходимости оперируются смежные пальцы, смежные лучи. То есть там производит комплекс операций, там не просто что-то спиливается. Поэтому люди, когда говорят, да там что там делать, все шишку спиливают. Ничего подобного, такое уже не делается. А сколько тогда продлится реабилитация? В среднем 4-6 недель. Спасибо вам огромное за консультацию. Пожалуйста. Будьте здоровы. Не болейте.